Буквально были зачитаны поручения конкретным должностным лицам. Эти поручения были публичные, значит, и спрос за эти поручения будет также публичным. Что хотелось бы отметить в целом, мы все знаем, что на протяжении последних 5 лет Тюменская область активно привлекала инвестиции и получила огромный положительный опыт работы в этой области. Сегодня Владимир Владимирович поставил и для себя цель, и для чиновников всех уровней о том, чтобы уж вот этот административный барьер, система государственной власти ни в коем случае не являлась препятствием для того, чтобы эти инвестиции продолжали на территорию Тюменской области приходить. Ведь стратегически хорошо обеспечивать всем, что мы делаем, в первую очередь себя, и максимально продавать на экспорт за пределы. Конечно, такой целевой модели, наверное, мы никогда не достигнем. Мы живем в кооперации с другими регионами, мы живем в большой стране, Российская Федерация, но стремиться к этому можно. Сегодня прозвучало, что мы обеспечиваем себя сельхозпродукцией. Мы сами себе строим жилье, мы сами себе строим дороги, а это внутренний валовой продукт. Это наши рабочие, наши сотрудники трудятся и зарабатывают зарплату, платят налоги внутри области. И привлечение инвестиций, дальнейшая работа, снижение административных барьеров – это рост экспорта за пределы Тюменской области. Вот абсолютно, на мой взгляд, цель, та, которая поставлена сегодня Владимиром Владимировичем на ближайший год, думаю, даже годы.